Тебе доводилось прыгать с парашютом? Даже падать с самолетом. Как насчет альпинизма? Еще бы. Бег с быками? Ну уж нет. Вот, вот, ты не любишь зверей. Чел, нахер зверей. Мы с ними воюем. Они хотят занять наше место в пищевой цепи. Чем меньше они знают, тем лучше. Даже щенки? Особенно чертовы щенки. Они проникли в наше общество. Они изучают нас. Блин. Надо купить тебе щенка. Маркус, не вынуждай меня пинать щенков. Это просто низко. Вроде нормально. Сейчас еще пара штрихов и... есть. Отлично. Мы с Джошем едем. О, пиво нам. Клевый вид. А я заметил. Лети, голубок. А теперь любуемся видом и ждем. Ты все правильно настроил? Блин, я же тебя про криптофигню не парю, чувак, ты... Эй, тихо, я там. Президент Хаум, приготовивший нам небольшой сюрприз. Он приготовил сюрприз. Для них сюрприз. Я принес наш новый девайс и хочу объявить о запуске Хаум
2.0. Вот так! Одним простым нажатием можно... Это логотип ДЦ. Черт. О, простите, прокомментируете? Боже! Класс! Вырубай! Все, это все, все! Ну! Граждане цифровой эры, привет вам! Хаум обманывали вас. Они продали вам домашнюю систему слежения, пообещав приватность, безопасность и удобство. Они продают ваши привычки. Да-да. Каждый месяц вы платите за то, чтобы данные о вас ушли тому, кто даст больше. Пора открыть глаза. Пора вернуть себе свою идентичность. Иначе ваши личные данные будут использовать другие. Надейтесь, что компании будут к вам благосклонны. Или возьмите все в свои руки. Дэдсек рассказывает правду. Решать вам. Это унизительно! Стивен, Стивен! Да, тебя уделали. Бывай. Ах ты, пижон, я... Ты обещал! А вот это было глупо. Ты и так не вылезаешь из жопы. Сядь. Я дал тебе такие возможности. Пойми. Ты мог действовать, у тебя были данные. А ты жидко обосрался, причем на телевидении. Наверняка кто-то уже нарезает твое чудное интервью. Не трогай, Дэдсек. Это моя проблема. А ты лучше думай, как ты будешь извиняться за свое рукоприкладство. Ты как, живой? Ты живой? Скажи «да». Вот так. Принесу тебе воды. Маркус, возвращайся назад срочно. В чем дело? Беда, поторопись.